Гомельская танцевальная студия «Слэм» стала первым коллективом сучасного и уличного танца в Украине, якому Министерство культуры присвоило звание узорного. Наш корреспондент Ганна Корольчук познакомилась с керовником и навушенцами студии, каб доведаться об их шляху до гонорового титула. У танцы Тетяна Кудрявец прийшла достатково поздно, у 14 годов. Займалася у коллективе у Палаца культуры чыгуночников. Потом девчине пропоновали открыть свой гурток для детей на базе Центра инклюзивной культуры. Поступово колькость учнів повеличивалася. У 2010 году гурток стал повновартостной танцевальной студией, якая потребовала своей назвы. Слэм – это американское сленговое слово, якое значит «усплеск» або «штуршок». Тетяна ассоциирует его с выбухом эмоций, которые отримливают глядачи под час их танца. Близка хип-хоп культура, уличные стили, все современные направления. Наверное, больше там, где нет никаких ограничений. То есть вот как я чувствую музыку, пускай это может быть неправильно как-то стопа поставлена, пускай еще что-то, но я так чувствую, я так это хочу преподносить. Мне нравится слушать музыку, мне нравится показывать людям, так как мы ощущаем ту или иную композицию, как мы ее видим, мы ее вот так вот, в принципе, преподносим и раскрываем. До речи, на занятки миновито вуличными стилями танца у Тетяну Кудрявец натхнил прогляд замежных мелодрам. Подобные напрямки 15 годов тому у Гомеля только начинали з'являться, тому девчину можно назвать самовучкой, якая спостигала хип-хоп-культуру през интернет. Так хобби переросло у справу життя. Зараз у коллективе «Слэм» займается больше за 100 человек. У меня подруга начала ходить на танцы, вот, начала мне рассказывать, что там очень классно. В итоге я нашла их в соцсетях, в Инстаграме, ВКонтакте. Вот, очень подробно месяц за этим наблюдала, упрашивала где-то еще полмесяца маму, говорю: «Мам, я хочу туда, я хочу только туда, хочу к ним», потому что они очень классно танцуют. Татьяна Олеговна сразу очень встретила дружелюбно, тоже все ребята сразу со всеми познакомилась. Я 6 лет занимался бальными танцами, и я тут подумал вдруг, что мне чего-то такой искры не хватает в танце. Я перешел вот к Татьяне Кудрявец на слэм, потому что хотелось чего-то раскрытого, чего-то плавного, чего-то резкого. Вот что-то хотела бы раскрыть себя. У студии «Слэм» есть группы как для детей 3 года, так и для их матуль, так званая группа сеньоров. А кроме хип-хопу, они спробуют себе у эстрадной экспериментальной хореографии, удельничают у областных и республиканских конкурсах. Тетяна Кудрявец упевнена, что для занятков танцами не потребна особливая физическая подрыхтовка. Головное – натхнение, энергия и жадание. Ганна Корольчук, Ігор Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».